spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. В ассортименте шведской компании Abu Garcia есть большая линейка мультипликаторных катушек под названием Ambassador. И сегодня в нашем обзоре представлена подсерия Record, в которую входят как лево, так и праворукие варианты. Есть более скоростные, с передаточным числом 5,3 или 6,8 к 1, а также с низкой передаткой, равной 4,7 к 1. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 6601 HC. Перед нами современный классический бочонок, предназначенный для ловли в заброс. Масса данного экземпляра составляет 335 граммов. Корпус выполнен из металла, и внутри него расположен мощный механизм DuraGir с латунными деталями, позволяющий работать со сравнительно большими грузами и бороться с крупной рыбой. Предусмотрена установка 8 подшипников, причем 7 из них HPCR шарикового типа, выполненные из нержавеющей стали, и один роликовый. Спереди находится система лесоукладчика с бесконечным винтом. Глазок с напылением нитрида титана является неотключаемым. В процессе схода лески он не стоит на месте, а двигается вслед за шнуром. Как следствие, практически полностью исключаются перегибы, а следовательно снижается трение и уменьшается нагрузка на этот узел. Чтобы осуществить заброс, необходимо нажать пластиковую клавишу, расположенную в задней части катушки. При начале подмотки она автоматически выключается. Рядом на боковой крышке мы видим переключатель так называемой трещотки. В верхнем положении он, система находится в рабочем режиме. В нижнем отключена. С одной стороны изогнутой металлической ручки установлен силовой Т-образный прорезиненный кнот, а с другой находится металлический противовес. За один оборот в данном случае выматывается 58 см шнура. С целью предотвратить прокручивание в обратную сторону предусмотрена система двойного антиреверса. Далее находится звездочка регулировки фрикционного тормоза Carbon Matrix, способного выдерживать максимальные нагрузки в пределах до 7 кг. Рядом мы видим регулятор осевого тормоза. Чтобы открыть корпус и вытащить шпулю, необходимо открутить три винта. С целью исключить потерю этих элементов, они не вынимаются полностью, остаются в корпусе катушки. Обратите внимание, у серии Record снимается крышка, в которой расположен основной внутренний механизм. Облегченная металлическая шпуля без перфорации. У представленной модели она весит около 22 граммов и способна вместить до 205 метров лески толщиной 0,38 мм. Здесь можно произвести настройку центробежного тормоза. Для этого включается или выключается необходимое количество грузиков. Всего их 6 штук. Рекомендуется использовать их попарно, стоящих друг напротив друга. Ambassador Record комплектуется небольшим пузырьком с фирменным жидким маслом. Если катушку регулярно смазывать и вовремя проводить ТО, она прослужит вам долгое время. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.